зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. И сегодня рубрика «Посиделки с подушкой». Я отвечаю на ваши вопросы и на ваши комментарии. Сегодня хотела бы ответить на вопрос, как избавиться от страха. От страха перед новым и от страха перед будущим. Я еще раз хочу уточнить, что я не психолог, я не доктор, и я не оканчивала никакие профессиональные учреждения, чтобы давать вам советы. Я просто такая же женщина и такой же человек, как и вы по ту сторону экрана. Сегодня я делюсь просто своим мнением, своим опытом. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я хочу сказать, что человеку свойственно чувство страха. Страха перед новым, страха перед неизведанным. И этот страх, он идет от того, что мы не знаем. Я считаю, что незнание рождает страх. Пока мы не вниклись в проблему, пока мы не изучили сюжет, мы боимся. Мы боимся переступить черту, мы боимся выйти из зоны комфорта, мы боимся начать что-то новое, потому что уже перед тем, как что-то начать, мы программируем себя на то, что это не получится, на невезение, так сказать. И это самое страшное. Вот. Это и называется страх. Страх преодолеть что-то и начать, и потом уже мы уже часто понимаем, когда вливаемся во что-то новое, что это нам под силу. В принципе, Москва не сразу строилась. И к цели мы идем иногда очень маленькими шажками, но движение — это жизнь, поэтому не нужно стоять на месте. Я сегодня не говорю о каких-то великих событиях, о великих людях или о великих действиях. Я просто говорю о таких же людях, как я, таких же женщинах, матерях, домохозяйках и так далее. Иногда просто не хочется встать с кровати и сказать, да я пойду искать работу, потому что или я начну какое-то новое дело, я включу камеру и буду записывать новые видео. Почему? Потому что мы программируем себя сразу на неудачу. Да у меня не получится, да я некрасивая, да я не умею разговаривать, да мне будут писать негативные комментарии и так далее. Мы сразу начинаем с приставки «не», некрасивая, не получится, не хочу и так далее. Вместо того, чтобы притягивать к себе позитив. Мы все знаем, что позитивные мысли, они притягивают позитив, и хорошее, оно случается. Но человеческая натура, она такая, человеку свойственно сомневаться, ошибаться и бояться, так я скажу. Поэтому мой вам совет, а совета просто нет, просто нужно выйти из зоны комфорта, просто нужно переступить. Но прежде чем переступить эту черту, я считаю, что и начать что-то новое, я считаю, что нужно этого очень-очень захотеть. Я не раз это говорю. Когда вот будет желание такое непреодолимое, что все, не хочу, не могу, и все вот эти нет, нет времени, нет желания, а у меня дети, а мне так много нужно сбросить килограммов, а вот меня на работе не примут, у меня недостаточно много дипломов и так далее. Все это наши отговорки, отговорки, которые мы сами себе придумываем. И иногда люди видят нас совершенно с другой стороны, понимаете, я сижу, сужу по себе. Не взяла бы я однажды и не заказала себе камеру, или просто не села бы моя сестренка перед телефоном и не стала снимать, ничего бы этого сейчас вы не видели. Вы бы меня вообще не знали. А теперь на меня смотрят больше 8000 глаз. Да? Это люди, которые подписаны на мой канал. С ними я могу общаться. То есть я переступила эту зону. Я вышла из зоны комфорта. Я вам честно скажу, было сложно. Но я такой человек. Я человек, которому очень тяжело что-то начать. Но когда я начинаю, когда я вхожу в этот ритм, я считаю, у меня получается. То есть и накапливается опыт, и становится легче. Попробуйте. Нужно просто рискнуть. Нужно избавиться от этого страха. Страх, в принципе, он не существует. Страх мы придумываем сами себе. Естественно,
Вот понимаете, я помню, мой первый муж, он ужасно боялся заболеть. Заболеть, вот какие-то мушки летают, заболеть раком. У него просто это была такая обсессия, что он не спал ночами, он вскакивал в холодном поту, у него какие-то были видения. Но я считаю, что этот страх уже более такой глубокий, здесь уже нужно идти к специалисту. Но если у вас страх, который связан с ленью, например, да я лучше полежу, потому что меня все равно не возьмут на работу, мне уже 40 лет, есть молодые на рынке, на рабочем, то есть их возьмут быстрее. Никто ничего не знает. Вы индивидуальность. Вы человек, который может сделать то, что не сможет сделать другой. У вас свой взгляд на жизнь. У вас свой взгляд на этот мир. Понимаете, я сегодня хочу сказать, что Франция, она изменила меня. Я снизила свой гонор. Я смотрю на этот мир другими глазами. Я считаю, что я избавилась от каких-то вот этих фру-фру, как говорят французы, ненужного. То есть я вижу все недостатки, но я становлюсь более толерантной. Я вижу недостатки во мне, но я учусь с ними бороться. Понимаете, раньше, когда я приехала во Францию, мне говорили, ты характеризель, да? Характеризель, по-моему, очень характерная. Ты очень характерная. Невозможно так на все реагировать. И tu réagis à premier degré, то есть у тебя вот реакция неадекватная. Ты что, все принимаешь в штыки. И поэтому жизнь, она где-то пообломает, где-то научит. И где-то вот уберет эту ненужную мишуру, потому что в конечном счете все становится на круги своя. Есть природа, есть здоровье, есть ценности, которые, может быть, в какой-то момент они как бы уходят, но они всегда остаются. Они уходят глубь, но постепенно их глубь это она всегда есть. Понимаешь? Ценности, они всегда будут ценностями. Ценность уважения в семье, мужчина и женщина. То есть любовь к детям, любовь к родителям. Ну, такие ценности, любовь к природе. Те, которые, ну, ничем не сломить. Как бы ни говорили, что у нас там 21 век, у нас модернизация, и разговариваете вы как из работницы или из крестьянки. Спасибо вам, что напомнили, что есть такие прекрасные журналы. Мне прям как-то как тепло на душе стало от такого комментария вроде бы в негативную сторону, а в то же время такие прекрасные воспоминания. Ну, крестьянка и работница, это же были классные журналы, которые мы выписывали, которые мы каждый месяц ждали, не только и мама, но и молодые девчонки. Там было столько интересного, столько хорошего и самого главного. Так что, девчонки и мальчишки, как побороть этот страх? Этот страх вы может перед новым и неизвестным побороть можете только вы. Выйти из зоны комфорта. Вот сегодня встали, подняли себя и сказали: или сегодня, или никогда. То есть только вам решать. Если вы сами этого до такой степени не хотите, то вряд ли кто вас поднимет и заставит. А если даже и заставит, то это уже не будет с таким удовольствием, это уже не будет так хорошо. Понимаете, человеком насильно мил не будешь, и ничего мило не будет. Хотя иногда ты говоришь спасибо за то, что, да, покритиковала она меня, а на самом деле обиделась, надулась, ну, потом подумала, а на самом деле-то это же правда про меня. Я тут лежу, не двигаюсь и так далее. Я думаю, что вы поняли, о чем я хочу сказать. Но еще нужно думать о том, что это улучшит ваше будущее. Это откроет вам новые горизонты. Это научит вас чему-то новому, потому что под лежачий камень вода не течет.
И движение – это жизнь. Движение – это развитие. Начинайте какими-то маленькими шажками. Для меня, например, я такой человек, я не могу вот откладывать, чтобы все собралось в кучу, а потом вот это вот все как-то решать. Мне нужно делать все постепенно. Я люблю организацию. Я организованный человек, так мне проще. То есть вот сегодня я сделала чуть-чуть этого, другого и этого. Вы уже видели в моих влогах, что иногда я составляю себе списки. И у меня вечером такое удовлетворение и уважение к себе, если я выполнила то, что я себе написала. Это сложно? Да, сложно, потому что иногда день, ну, ты закрутишься так, что кажется, да нет, не успею, не буду, не хочу, что-то есть другое, более интересное. Ну, в этом всем есть где-то 80%, что это отговорка, потому что вам хочется сделать что-то более интересное для себя, и вам не хочется заняться тем, что нужно, что будет двигать вас вперед. То есть я считаю, что все зависит от нас. Все в наших руках. Да, бывают какие-то исключительные случаи, бывают исключительные страхи, бывают просто маниакальные страхи, которые мы тоже в большей степени сами придумываем. Иногда мы очень боимся за наших детей, и это нам портит жизнь, и мы не даем им развиваться, мы не даем им входить в этот мир такими цельными личностями, то есть мы их стопорим. И вокруг у нас много-много таких примеров, но это все зависит от нас. То есть, ну, редко, когда вот удача или какие-то богатства просто бумс и упали нам на голову. Да, бывают такие люди, которые изворотливые, может там где-то что-то, и у них много всего. Но в основном это труд. И без труда не выловишь и рыбку из пруда. Почему у меня так чисто и красиво? Почему я стараюсь следить за собой? Почему? Да, много всего почему. Потому что я не сижу на месте. Потому что я не сижу перед телевизором, не лопаю печеньки и не болтаю с подружкой по 3 часа на телефоне. Я никого не осуждаю, просто у нас летит вертолет. Пропустим его. До свидания. Итак, я никого не осуждаю. Каждый вправе жить так, как ему хочется и как ему комфортно. Просто если вы хотите добиться чего-нибудь в этой жизни, вам хотите или не хотите, придется двигаться. Если вы хотите реализовать свои мечты, то поднимайтесь, переваривайте свои страхи и идите вперед. А я вам всем желаю счастья, здоровья и преуспеть в этой жизни, чтобы ваши мечты исполнились. Подписывайтесь на мой канал, кнопка внизу. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Делитесь этим видео в социальных сетях. И спасибо вам огромное, что остаетесь со мной. Встретимся в новом видео в рубрике «Посиделки с подушкой».